Я вот сплыла на кораблик. Это быстро. С качками сбегала в кассу за билетом. Этот парень открывает крышки, да. Как это сказал мне бонжур. Хотя уже бонжур. Ну, в смысле, вечер. А это вот мост. Вот Нотр-Дам. Это мост напрямую от Нотр-Дама. Прям вот на южный берег Сены. Я сижу на втором этаже, на открытой палубе. Я купила парео. Или как это? Нет, не парео. Палантинку. Я сейчас закутаюсь. Больно. Все идет по плану. Это вот такой трап. У нас трап к кораблику. Мы уже отплываем. Вот нам La croisière s'ouvre avec la cathédrale Notre-Dame sur la gauche et après le pont, bâti à partir de 1163, sa construction a duré deux siècles et dans les siècles suivants, la cathédrale est laissée à l'abandon. C'est Victor Hugo avec son roman Notre-Dame de Paris qui a attiré l'attention du public sur cette église. Sa restauration a débuté à la fin du 19e siècle et a donné à la cathédrale son aspect actuel. Work began in 1163 and lasted